веселій пісенце о небожчиках з хумором і іронією генералізує то і допровадзе до абсурду, то ствердзення. Ну, доходжусь до внеску, що вогуле небожчиком варті ще оплаця бути, ніж живим чоловіком. Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца при современном машинном обилии, трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье, трое везли хоронить одного, все и шофер получили увечье, только которые в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхние ноты не брал, громко фальшивили медные трубы, только которые в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник лоб лобызал и брезгливо плевал, все приложились, а скромный покойник так никого и не поцеловал. Но грянул гром, ничего не попишешь, силам природы на речи плевать, все побежали под плиты и крыши, только покойник не стал убегать. Что ему дождь, от него не убудет, вот у живущих закалка не отану. А покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережает клейкий ярлык, как отметка на лбу. А ничего тебе не угрожает, только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельный, а можно и в общий, мертвый квартирный вопрос не берет. Ох, молодец, этот самый усопший вовсе не требует лишних хлопот. В царстве теней, в этом обществе строгом, нет ни опасности, нет ни тревог. Ну, а у нас все мы ходим под Богом, только которым в гробу ничего. Слышу упрек, он покойников славит. Нет, я защитен на злую судьбу. Всех нас когда-нибудь кто-то задавит, за исключением тех, кто в гробу. Dziękujemy bardzo. A teraz troszeczkę bardziej na poważnie. Zbliża się rocznica śmierci Włodzimierza Wysockiego, 38. rocznica. I Włodzimierz Wysocki w swojej piosence o poetach i fatalnych datach tak jakby przewidział swoje przedwczesne odejście. W tej piosence Wysocki z nadzieją troszeczkę ironicznie mówi, że ogólnie długość życia się wydłuża, no może i poeci nie będą tak wcześnie odchodzili. Kto kończył życie tragiczne, to ty istinny poet. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не натворил, и гвозди в лоб, чтоб ни о чем не думал. При цифре 37 с меня в момент слетает хмель, вот и сейчас, как холодом подуло.
Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37, коварен Бог. Вопрос ребром поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо. А нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена. А в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина. Испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться в пятки, мол, давно ушла душа. Терпение, психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово «длинношее» в конце пришлось стриге. Укоротить поэта, вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Дякуємо багато. Ну і на кінець нашого короткого вистемпу хочемо заспівати пісенку о приятелю Олександра Градського, яку Градський задедикував власне пам'яті Володимира Висоцького. Совсем не был с ним знаком, но о друге мечтал таком, что тебя не продаст тайком, хоть его жги огнем. У дороги цветком таким, он назло многим рос таки. Вы вокальных дел мастаки, не споете о нем, совпадая с фамилией. Наказуя и милуя, вверх стремился он с силою, что не выразить мне. Но как ведется в Святой Руси, сколь поэта не возноси, его выси же в небеси, ну а тело в земле. Пусть он связки пересмыкал, пусть не всяк его стих смекал, но зато он не пресмыкался, как многие тут. И когда в зале смех стихал, начиналась мистика его песенного стиха, то был каторжный труд. Совпадая с фамилией, наказуя и милуя, вверх стремился он с силою, что не выразить мне. Как ведется в Святой Руси, сколь поэта не возноси, его выси же в небеси, ну а тело в земле.
Он из самых последних жил, не для славы и пел, и жил среди общей словесной лжи. Он себя сохранил, и на круче без удержи он накручивал виражи. Видно, мало нас учит жизнь, тот убит, кто ранил. Совпадая с фамилией, наказуя и милуя, вверх стремился он с силою, что не выразить мне. Но как ведется в Святой Руси, сколь поэта не возноси, его ввысь и же в небеси, ну а тело в земле. Dziękujemy. Aleksander Andrzejewski. Dziękujemy Vladimir bardzo. Stockman. Władimir Sztokman, Aleksander Andrzejewski. Wielkie brawa. Dziękujemy pięknie. Doszła mi informacja, że Państwo jednak domagają się muszki. Bis! Publiczność domaga się bisu, panowie. Wasze życzenie jest rozkazem. Proszę bardzo. No cóż, dobrze, to żeby nie było tak smutno, na koniec zaśpiewamy coś bardziej tanecznego, chciałem powiedzieć. No dobrze, piosenka o pasie neutralnym. На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, а справа где кусты? Наши пограничники с нашим капитаном, а на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитанова невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, милый то-то сё, надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что за свадьба без цветов? Пьянка, да и все. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. А к ихнему начальнику точно по повестке тоже баба прикатила, налетела блажь, и тоже милый говорит, только по-турецки будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наши пограничники храбрые ребята, трое вызвались идти, а с ними капитан. Да разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам. На нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Я над запах от цветов, капитан мертвецкий, но и ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнул по-турецки, и по-русски крикнул махе, рухнул капитан. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Он пройти захотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья, ведь она нейтральная. На нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Dziękujemy bardzo. До zobaczenia. Dziękujemy pięknie, publiczność się rozkręca. Bardzo dobrze, tak właśnie powinno być.
Drodzy Państwo, przyszła kolej na laureata pierwszego miejsca dzisiejszego, jak się okazało, konkursu. Ja myślałem, że to było wczoraj, a to było dzisiaj rano. Żeby było jeszcze bardziej ciekawie, to jest laureat pierwszego miejsca, który w ubiegłym roku też zdobył pierwsze miejsce. Jak zdobędzie w przyszłym roku, dostanie jakąś specjalną nagrodę na stałe. Do końca życia takie się dostaje. Taki hat-trick będzie. Taki hat-trick. A już stoi na scenie, drodzy Państwa, artysta o bardzo pięknym imieniu Artur.